Привет, друзья! Привет, друзья! Это опять Роман Задойнов, и я опять продолжаю тему, почему в Соединенных Штатах Америки живут лучше, чем в Республике Молдова или в странах СНГ. Уже находясь здесь практически больше 8 месяцев, я могу точно сказать, что между нами есть разница, разница огромная. Разница заключается в том, как мы живем, как мы думаем, как мы учимся, как мы работаем, как мы администрируем социальные отношения и жизнь граждан и так далее. В основном своем, основная проблема, которая нас разделяет, это, конечно же, отсутствие коррупции. Коррупции в прямом смысле этого слова. Если в Молдавии коррупция – это все, то в Соединенных Штатах Америки коррупции нет как таковой. Повторяю, ее нет. Есть определенные проблемы, связанные с частным бизнесом, но они настолько ничтожны, что они не влияют на общую систему экономики и социального развития Соединенных Штатов Америки. К тому же здесь постоянно работает система сдержек и противовесов, здесь работают системы уголовного преследования за совершение федеральных и государственных преступлений. Поэтому система работает, и если такие случаи выявляются, то неизбежно люди, которые совершают эти преступления, они привлекаются к уголовной ответственности, и избежать этой уголовной ответственности они не смогут. Здесь, опять же, все происходит так, как надо. То есть сначала американец думает, потом американец говорит, потом американец делает. Причем он делает то, что говорит, а говорит то, что думает, и никак иначе. У нас почему-то все происходит наоборот. У нас много говорят, но ничего не делают. И у меня возникает вопрос, почему это происходит? Да-да? Why? Что происходит? Учим?